Всем привет, ребята! Вы на канале Просто Каре. И сегодня обещанный мой том по номеру. Первое, что мы видим, это коричневый бутыль, конечно же. Она некрасивая. Но посмотрим, что же внутри эти двери. Конечно же, конечно же. Это розовый холодильник для девочки. Микроволновка, которая стоит на холодильнике. И, конечно же, что внутри этого холодильника тоже вас интересует. Это всякие йогурты, вкусняшки, сердечки, агуши, бушинки. Короче, просто. Следующее, что нас ожидает, это мультиварка, чайник, чай. Тут все, короче, лежит. Тут, конечно, лежит просто посуда. Ну, конечно же, нас встречают вот такой вот мини-диванчик. Вот такой мягкий, то что ж, удобно на нем сидеть. Ну, и тут должен быть стоять стол. Но мы его унесли. Итак, ребята, еще у нас тут ждет два стульчика. И давайте там покушать еще. Еще откроют шикарный вид. На этих пупсиков, на мои игрушечки. Вот, мой пупсик, посмотрите. И, конечно же, самое главное, это туалет из душевой. Я знаю, вас интересует, что же находится в этой комнате. И это, конечно же... Да, ребят, это спальня. Очень красивый спальня. Короче, ребят, тут вещи. Сейчас две кровати, телек, тумбочка. И, конечно же. Бум-бам! Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Еще один вид на детишек из палочки. Ребят, напоминаю, это вип-место. Там живут бомжи, можно так сказать. В палатках живут бомжи, а в этих домиках живут состоятельные люди. Мы типа миллионеры. Наверное, вам интересно, что же находится в коридоре. В коридоре находится сам коридор. Ну, ребята, вот такой вот розовый коридор. Тут огнетушитель и нет сюда. Я даже не видела, что тут даже. Вот ключи все. И тут я так упаньки. Туалет. Душ. Нашли мы это место. Да, тут еще один душ есть. Я так понимаю, то, что не у всех номерах есть душ с туалетом. Но в нашем номере есть душ и туалет. Нам повезло. Ну и пошлите же. Вот сюда. Это прекрасное место. Мы живем в втором этаже, повторяюсь. Вот первый этаж. Там какой-то лагерь приехал, непонятно. И, кстати, вон там один рожек. Лагерь. Сейчас они там ничего не увидят. Ребята, если у нас этот видеоролик, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Всем пока, всех целую.